Привет, друзья! Опубликованы кадры использования российскими подразделениями связи новой машины аппаратной связи МП-2ИМ. Комплексная аппаратная связь МП-2М размещена на БТР-80 К1-Ш1 и впервые показана в 2001 году. Аппаратная предназначена для развертывания на узле связи пункта управления бригады внутриузловых сетей передачи данных шифрованной и открытой телефонной связи и обеспечения радио и проводными каналами связи абонентов пункта управления, размещаемых в командно-штабных машинах. Аппаратная связь МП-2ИЭ обеспечивает до 7 направлений связи с дальностью связи по УКВ радиостанциям до 40 км, по СВЧ радиостанциям до 20 км, по радиорелейным станциям до 30 км. Состав аппаратуры, используемой в машине связи МП-2ИМ, показан на экране. Радиус раздаваемого сигнала может достигать и сотни километров, если использовать несколько машин, стоящих в единой цепи на расстоянии нескольких десятков километров. Развертывание систем машины аппаратной связи МП-2ИМ происходит за 20 минут. Экипаж машины связи – 4 человека. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.